Я вам сейчас небольшую исповедь расскажу старого хронического алкоголика. О том, что я хронический алкоголик, расскажет и моя семья, и все остальные люди, потому что, ну, было и время, когда я выпивал его в огромных количествах. Естественно, все это дело повернулось, когда у меня появился ребенок. Я перестал употреблять алкоголь для ребенка и вообще. А потом вот голова случилась у меня. То есть я вообще сейчас не пью. Но было то время, когда вот медицинские центры, они меня только вытаскивали, понимаете? Когда я кодировался, и это тоже помогало. Вот. Но без медицинских центров, вы знаете, полечиться мне с больной печенью бы и не пришлось. А вот сегодня, сейчас мы вам предлагаем здесь, на Карла Маркса 182, рассказать о том, как действует центр возрождения. И они буквально возрождают вас с того света, куда вас закатил алкоголь. Да, у нас поступили правильно, да, ограничили продажу бурдемаги, а иначе спирт, разведенный в типа пиве и типа напитках, в ларьках запретили. Но качество продаж-то не увеличилось, всю эту погонь продают в магазинах. И то, что типа водка и типа вино в 95% случаев как-то рядом не стоит с нормальным вином и нормальной водкой. И человек-то травится, и только самые умные просто потом кодируются. Кстати, совет для самых умных. Вас закодировали, так и скажите кренделям. Вы травитесь, а я подожду вас на этом свете, когда вы пойдете на свет-то иной. Грядут большие праздники у нас, страна будет вся отдыхать, поэтому по поводу мы можем предложить, значит, курс лечения и реабилитации, купирования абстинентных синдромов. Значит, это практически прерывание запоя или выведение пациента из алкогольного состояния. Значит, нежелательно, чтобы люди ждали самостоятельного выведения. Если вы чувствуете уже ухудшение состояния, лучше обратиться в центр, где вам оказывают квалифицированную помощь. Это будет проведение дезинтоксикационной программы, когда вы получите очищение полностью препаратами, значит, непосредственно гипоропротекторами, препаратами, адсорбирующее состояние, все. Для этого, значит, будет убираться физическая зависимость у пациента, значит, и можем прервать запой. Вот. Тогда вы будете в состоянии работоспособны, более активны и можете продолжить нормальную жизнь. Конечно, не каждый валится и не каждому дано валиться. Но понимаете, рано или поздно у каждого возникнет проблема похмеления. Да это на 100% у каждого. Но без похмела-то можно выйти. Это возможно, потому что может проводиться и поддерживающая терапия. Значит, мы можем, значит, умеренно контролировать прием алкоголя. Вот, это возможно, но только, опять же, если вы обращаетесь в центр. Ну и понять-то надо. Магнитка – это город металла. В этом городе живут металлурги, коим, ну, 100% после смены нужно готовиться к смене будущей. Конечно, я бы помог каждому и дал бы вам возможность иногда на стаканчик-то не садиться. Но если сели и срочно, то надо сюда, на Карла Маркса 182. Такое можно, это состояние, значит, мы купируем, тоже оказываем помощь, значит, убираем болевой синдром, если необходимо, значит, если сердцебиение какое-то есть, давление снижается, нарушение сна, это все возможно восстановить в течение одного дня. Да и пожил я достаточно, и случилось со мной горе луковое. И вдруг-то я понял, что другов из множества-то нет, и друзей из всего-то три и осталось. Что все с тем, кем я общался, в раз, и это не други. А то, что ранее отслюнявливал, вот эта тема и эта семья. А больше-то и разговаривать не о чем. И все, с кем когда-то раньше пил, билиберда несусветная. Это понял я. И для этого, может, и вам с опухолью мозга бабахнуться. Но если не бабахнулись, поймите, что друзей больше и не бывает. А тот, кто наливает вам, это просто бухарик. И это проще понять-то, закодировавшись.
Желательно, конечно, если, опять же, пациент только желает закодироваться, но основные принципы терапии – это все-таки добровольное желание пациента. И мы подходим, конечно, с максимальной индивидуальностью. Поэтому работаем мы по методу Довженко. Значит, вводим препарат, который дает отвращение к алкоголю, вот, настраиваем его на трезвый образ жизни, и в течение периода кодировочки мы как бы его корректируем. Значит, можем назначить и сенсибилизирующее лечение, значит, если у человека есть какие-то изменения с нарушением сна, то, соответственно, значит, будет последующее какое-то лечение еще дополнительно. Значит, в течение года пациент находится, будем говорить, с нами в тесном контакте. Один на один он не остается в этот период. Так-то вот как-то так. Слово «кодировка» и это правильно. Слово «нет» и визит к доктору и это правильно. Просто надо это понимать. Во всем нормальном мире все запои лечатся. Если честно, то правильно. Необходимо и кодироваться, и откапываться. И это для того, чтобы вам познать, что ваша тонна алкоголя закончилась. А после выпитого так приятно нормально относиться к жизни и без алкоголя. То. Теперь немного полезной информации от меня лично. Если вы не можете себе позволить выйти из похмела, то вам сюда, на Карла Маркса 182. Если же вы можете выйти из похмела, то я вам скажу честно, для того, чтобы сон восстановился, такое случается. Представляете, меня сколько раз выводили из похмела вот, в медицинский центр. Вот я все время говорил, вот я спать не могу. Да все это ерунда. Сон восстанавливается после 3 дней. То есть 3 дня вас колбасит, конечно же, вот так вот, не по-детски. А потом сон восстановился, и все. Но это надо понять, что вот если вы еще тонну свою не выпили, то как-то так необходимо делать. А если тонна выпита, и вы не можете остановиться, то, естественно, все-таки сюда. А еще лучше, конечно, способ – это ваш ребенок, который не должен видеть вас пьяным никогда в жизни. Но если такое и не получается, то проще закодироваться. Опять же здесь, на Карла Маркса 182, в медицинском центре «Возрождение».